Всем привет, с вами Рублев. Сегодня рассмотрим топ-3 VPN-сервиса для ПК, для браузера Google Chrome. Качество расширений. Начнем, поехали. Видео сделал максимально коротким и максимально простым языком, постарался объяснить, чтобы было понятно даже ребенку. Приступим. На экране вы видите три самых лучших VPN-сервиса на ПК, расширения Google Chrome, отфильтрованных мною по рейтингу. На третьем месте BrowSec. Я им пользовался до кризиса в Украине, и он работает прекрасно. Сейчас же только третье место, из-за того, что значительно хуже стал работать, так как произошел наплыв пользователей колоссальный, и вы теряете в скорости загрузки файлов, открытия файлов и прочее. Поэтому только третье место. Работает все очень просто. Включил, установил и поставил режим на включенный. Все работает максимально просто. Пользовался я им, чтобы заходить на рутрекер, и он справлялся с этой задачей. Но сейчас, из-за наплыва пользователей после начала кризиса на Украине, скорость упала. Сайты открываются долго и так далее. Второе место ZenMate, в котором из бесплатных серверов в разы большая скорость и качество связи. Лучше скорость, лучше качество, открываются сайты быстрее, чем обычно. При BrowSec VPN быстрее открывается при сравнении с BrowSec VPN. Плюс это расширение популярнее, и разработчики следят за состоянием серверов, поэтому он лучше, чем предыдущий. Ну и первое место, самый лучший VPN на данный момент в России для браузера Google Chrome в форме расширения, это TouchVPN. Отзывов о положительной работе более чем почти 80 тысяч. Сервера работают идеально, скорость не падает вообще. Есть встроенный AdBlock и другие фишки. Также Malware Blocker и другие. Рекомендую, сам пользуюсь, очень крутой VPN-сервис. Лучше, что я пользовался. В разы лучше, чем BrowSec, на котором я сидел, и чем ZenMate, самый лучший сервис. Это TouchVPN. На сим у меня все. Спасибо, что смотрели видео до конца. Если видео вам понравилось, можете поставить лайк и оставить комментарий. Также предлагайте свою тему для ролика и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также подписывайтесь на мои другие каналы. Ссылки есть в описании к видео. Рекомендую посмотреть два этих ролика, они должны понравиться. Спасибо и всем пока-пока-пока.